С самого утра на участке оживленно. Многие свой выбор решили сделать в первый день голосования. Скажите, пожалуйста, почему важно прийти проголосовать? И почему сделали это в первый день? Ну, потому что кроме нас этого никто не сделает. Это наш выбор. И от этого зависит наша дальнейшая жизнь в нашем городе, благоустройство нашего города, губернии. Я считаю, что это наша и обязанность, и возможность, которую надо использовать. Каждый должен проголосовать, сделать свой выбор. Мне не все равно, что происходит в моем городе. На этом участке работает молодежная избирательная комиссия. И тут можно сказать свой вайб, атмосфера. Для наблюдателей подготовили вот такие кресла. Простите, пожалуйста, а вы наблюдатель? Да. Насколько комфортно, насколько удобно на этом участке? Максимально комфортно следить за избирательным процессом. В принципе, интересно. На этом участке проголосовал глава региона. Вячеслав Федоричев пришел утром вместе с супругой. Выборы – это тот период, в который мы принимаем решение о судьбе нашего региона. Поэтому каждому необходимо прийти, проголосовать за курс, который мы будем в нашем регионе видеть в ближайшие 5 лет. У нас много кандидатов, замечательная программа у всех, поэтому у всех есть возможность принять свое решение. Поэтому всех зовем, приглашаем на выборы. Приходите с семьями. Участки работают с 8 утра до 8 вечера 6, 7 и 8 сентября. Сергей Павлов, Ольга Павловская, Александр Каракулько, телеканал «Губерния».